Привет, меня зовут Валентин, и с 13 лет моя работа в IT, 7 лет я провел в саппорте, где я прошел путь от младшего администратора баз данных до заместителя руководителя саппорт-центра. Задумывались ли когда-нибудь о том, какое колоссальное влияние оказывает саппорт на успешность приложений? Нестабильная работа, отсутствие масштабируемости и плохая производительность приводят к колоссальным финансовым потерям и негативно сказываются на репутации вашего продукта. В моем докладе Support Driven Development собраны топ-10 самых типичных проблем, а также предоставлены доступные способы по их устранению на этапе дизайна и разработки. Как привлечь внимание заказчика к проблеме, обеспечить простую и надежную эксплуатацию продукта, минимизировать проблемы? Приходите и получите ответы на эти вопросы. Киев, 24 апреля, 19:00, уютная мансарда компании Data Art. Секундочку. Алло? Все упало? Бегу.